Приветствую всех, дорогие друзья, с вами, как всегда, Видеотекарь. Продолжаем записывать эту превосходную, офигенную рыбалочку. Играем. Сейчас мы будем с вами изучать, что у нас тут есть. Во-первых, у нас тут огромнейшая, мать его, карта, которую можно ходить, смотреть, изучать. Это мы обязательно поизучаем. Это я пока что только в одном квадрате. Мы это все обязательно облазим. В этом даже можете не сомневаться. Ну, пока я хочу посмотреть вот. Лодочная станция. Войти. Ага. Аренда лодки категории Б. 3,50. На 5 дней 6,60. Клево. Вот это надо будет обязательно мне арендовать, когда изучу, на что тут и как ловить. Тут что? Это типа мое место хранения. Рыбный рынок. Это то, что я успел наловить. Естественно. Фига себе, ротан как сильно ценится. Это я буду чисто фармить бабло. Бабос буду фармить. Рыбный рынок. Здесь я чисто захожу. И продаю рыбу. Вопросов не имеем. Так, что у нас дальше? Кафешечка. Ну, кафешечка я, наверное... здесь ее... Блин, надо, наверное, было в кафе, да? Да, тут, наверное... В кафе можно продать улов, выполнить заказ на поставленную рыбу. Продажа рыбы в кафе значительно выгоднее. Сука. Я просрал. Ну, ничего страшного. Заглядывайте в кафе почаще. Так вы сможете хорошо заработать. Кафе размещает заказы только на рыбу, пойманную на данном водоеме. Для выполнения заказа необходимо предоставить рыбу подходящего веса в количестве, указанном в заказе. Во как. Тут типа берешь заказ, вот, например, вот здесь ловится, например, карась, да? Количество, они хотят, чтобы я за час поймал. Это божественная игра. Это просто божественная игра. Время действия заказа ограничено. Испорченная рыба в кафе не принимается. Хорошо. Клево. Это типа дневные, как, типа делик такой, делик, банкомат. Ага. Вон чего. Донаты, да. Здесь типа, вот если нажимаешь, тут можно задонатить. На премиум аккаунт, на получение золотых монет и так далее. Но это вот сильный ли это курс или нет? Вот давайте посмотрим. Если 10 монет стоит 1000 рублей. 500 монет 40 тысяч. Ну это нереально. Никто тут с ума так сходить не будет. Ну вот 20 монет. 2000. Это вполне себе так можно с ума сойти. Премиум сколько стоит, кстати? Бессрочный 70 тысяч рублей. Да иди ты в жопу. Так, а вот на год это нормально. Вот преимущество премиум аккаунта, расскажите мне, пожалуйста, чтобы я четко понимал. Потому что я... В магазине можно купить все необходимое для рыбалки. И цены и ассортименты товаров на разных водоемах могут отличаться. Если нужного товара нет в продаже, поищите его на других водоемах или дождитесь очередной поставки. Обратите внимание, многие товары можно использовать только достигнув определенного уровня и получив соответствующее умение. Для поиска группы товаров используйте фильтры по производителю. Еда, напитки, алкоголь. Да? Три танкиста традиционные, слушай. Не, ну глупо-то как-то всаживать в это. А медикаменты ему зачем? Он чем здесь может заболеть? О! Лимонад-бубенчик. Возьму. Одна порция.
А он может просто сырой моркови пожрать? Или тут надо обязательно... Ну, давайте также проверим. Так, а как открыть рюкзак? Ну-ка, научите меня, пожалуйста. Управление. Достать, убрать подсак, это пробел, это не то. Открыть, закрыть катушку, это не то. А, кстати, у меня, может быть, рогатка уже есть. Надо проверить. А я тут мучаюсь. Так. Инвентарь. Ай. Ты можешь это тупо съесть? Ага. Ваш персонаж... О, ты у меня на морковке будешь сидеть. Ё-моё. Так, а пивка? Ну, лимонад, бубенчик. Я понял. Здесь его надо обязательно кормить. А как ему делать, чтобы он отдыхал? Опа! Психоделика пошла. Чё продаем? 3000. Обалдеть. Где ж я такие деньги возьму? 40 тысяч. Это ж сколько лет надо играть в эту игру, чтобы 40 тысяч нафармить? Гилища, катушки, лески, приманки. Ой, жесть какая. Кайфану. Промтовары. Не понял. О, как! О, как! Даже так! Хорошо. А тут чё? Ну, а здесь, наверное, да. Гилище. Это, ребят, я все буду читать. Это я все хочу изучать. Это прям реально интересно. Это вот лично мне это интересно. Я это все буду изучать. Только я не понял, как заставить этого олуха отдохнуть. Я же ведь разберусь. О, как. Давайте-ка здесь бабахнем. Если он лежит, значит, он, типа, сильно. Надо уменьшить. Давайте уменьшим. Да доставайся. Чем ты тогда меня путаешь? Что тебе надо как-то ее изменить? Тебе не надо менять?
Я буду смотреть гайды. Я буду смотреть, изучать ролики знатоков. Сюда, сюда. К папулечке. Карась золотой. Всем спасибо, всем пока.